Алоха, друзья! Сегодня вы увидите новые и актуальные товары для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Эти лепестки являются своеобразными удлинителями стандартных лепестков переключения передач на руле. Если по каким-то причинам вам неудобно использовать штатные переключатели, то можно попробовать эти. Они устанавливаются с помощью двустороннего скотча и делают рычаги длиннее, поэтому до них проще дотягиваться пальцами. Лепестки подходят к большинству автомобилей Volkswagen. В комплекте поставки два лепестка. У продавца есть выбор расцветок. Антенна для приема радио в машине. Особенность антенны заключается в наличии электропривода, который складывает и раскладывает антенну. Антенна изготовлена из нержавеющей стали и состоит из 5 секций. Устройство обеспечивает хороший прием FM и AM частот без искажения звука и шума. Антенна работает от напряжения бортовой сети 12 вольт. В комплекте поставляется 1,4 метра кабеля для подключения, крепления и саморезы для монтажа. Антенны. Магнитола стандартного размера с небольшим сенсорным дисплеем. Диагональ экрана составляет 4 дюйма. Такого размера достаточно для удобного серфинга по меню и настройкам. Кроме того, есть возможность подключить камеру заднего вида. Ее картинка также будет выводиться на дисплей. Благодаря штатному типу 1DIN, магнитола универсальна и подойдет для любых моделей авто. Есть Bluetooth, AUX, а также поддержка флеш-накопителей. Версия Bluetooth 4.0. Разрешение сенсорного дисплея 800 на 480 пикселей. Мощность аудиоусилителя составляет 45 Вт на 4 канала. Автомобилизация населения растет. С каждым годом автомобилей на дорогах становится все больше и больше, поэтому случаи ДТП также увеличиваются. Чтобы в случае аварии доказать свою правоту, стоит приобрести и установить видеорегистратор. Данная модель записывает видео в Full HD качестве. Устройство имеет модуль беспроводной связи Wi-Fi. Регистратор имеет сенсор камеры от Sony и широкоугольный объектив. Есть датчики удара и функция записи на парковке. В комплекте крепление, необходимые кабели, инструкция. Есть поддержка русского языка. Для автомобиля есть замечательная массажная накидка с подогревом. В дальней дороге массажер помогает затекшей спине и ногам, а подогрев компенсирует оригинальный подогрев сидений, который есть далеко не на каждом автомобиле. Накидку также можно использовать и дома, через адаптер на 220 вольт, если вам это необходимо. Области охвата массажа – шея, плечи, спина, поясница, ягодицы и бедра. Помимо вибрационного массажа, вы можете выбрать следующие виды массажа – растирающий, роликовый и похлопывающий. С помощью пульта управления вы можете изменить интенсивность массажа. Эта массажная накидка идеально подойдет для водителей и людей, ведущих сидячий образ жизни. Встраиваемый светодиодный вольтметр имеет круглую форму. Шкала выполнена в виде тахометра. Посередине можно увидеть показания вольтметра. Диапазон измеряемого напряжения позволяет устанавливать вольтметр на легковые автомобили, мотоциклы и так далее. Устройство не требует дополнительного питания. Брелок, реагирующий на свист. В случае потери ваших ключей необходимо всего лишь погромче свистнуть. Как только устройство распознает ваш сигнал о поиске, то сразу же издаст звук, сопровождаемый вспышками встроенной светодиодной лампочки, что и поможет вам с легкостью отыскать потерянные ключи. Устройство работает на расстоянии до 7 метров. Если отойдете дальше, то уже вряд ли дождетесь ответа. В комплекте есть две батарейки и кольцо для крепления. Удобный мягкий подлокотник, сделанный из искусственной кожи. Размером он 27 на 21 сантиметр. В продаже в 4 расцветках. Устанавливается на штатный и позволяет водителю управлять автомобилем с большим комфортом, так как далеко не все штатные подлокотники имеют подходящую высоту. Также он легко очищается от загрязнений. Достаточно просто протереть его влажной салфеткой.
водонепроницаемый чехол для автомобилей. Отличная штука, кому лень счищать снег с машины. Пока ваши соседи без гаражей будут счищать снег с кузова автомобиля, вы просто снимете чехол, под которым будет чистое авто. Так что если у вас нет навеса или гаража, а машина стоит долгое время на улице под открытым небом, этот чехол – отличное решение, чтобы защитить машину от осадков и солнечного света в любой период. Длина чехла 5,3 метра, чего полностью хватит, чтобы укрыть достаточно большой автомобиль. Светодиодная подсветка для номера. Продавец предлагает варианты для различных марок автомобилей, так что, скорее всего, сможете найти и на свое авто. В поставку входят две платы со светодиодами, которые легко крепятся на штатное место. Это даже креплением назвать нельзя. Это просто замена старого штатного устройства на новое. Также и с питанием. Подсветка подключается к бортовой сети, используя старый разъем. Потребляя мизерную мощность 5 Ватт, устройство выдает яркий белый свет. Номер видно превосходно. Абсолютно каждый водитель рано или поздно сталкивается с проблемой запотевших стекол. Чаще всего подобная причина связана с перепадами температуры в салоне и за бортом автомобиля. Подобные колебания достаточно часто приводят к появлению запотевших стекол. Современные технологии позволяют справиться с этой проблемой. Для этого вам необходимо использовать антизапотеватель. Это специальное средство, которое позволяет вам без каких-либо сложностей улучшить видимость. Для этого вам всего лишь необходимо нанести это средство на окно транспортного средства. В результате даже при серьезных температурных колебаниях окна будут абсолютно чистыми. В продаже баллончики на 20 или 50 мл. Естественно, каждый автовладелец хочет, чтобы его автомобиль выглядел привлекательно. Чистый автомобиль, несомненно, создает положительный имидж своему хозяину. И ни для кого не секрет, что самой загрязненной деталью авто есть колеса. Именно для их очистки и созданы конусные насадки для чистки и полировки. Имеют длительный срок службы и могут использоваться повторно после очистки. Их уникальная конусная форма отлично подходит для колес, крыльев, бамперов и других труднодоступных мест вашего автомобиля. Материалом для их создания послужили губка и пластик. Основной недостаток поездок в темное время суток и при пасмурной погоде – это быстрая усталость глаз, постоянно ослепляемых фарами встречных машин. Предлагаемая модель имеет поляризованные линзы, оправа изготовлена из алюминия. Антибликовые очки представлены широким выбором цветов оправ и линз. Отличное решение для поездок ночью и при плохой видимости. Позволяют значительно увеличить контрастность всех предметов и снять нагрузку с глаз. Если вы решили украсить свой автомобиль, придать ему устойчивости на дороге, то можно приобрести антикрыло. Оно создано, чтобы создавать прижимную силу. Эта сила создается благодаря разнице в давлении воздуха на нижнюю и верхнюю плоскость. Помимо своей прямой обязанности, антикрыло выполняет и другую функцию – улучшает внешний облик автомобиля, делая его более спортивным. Такое сочетание отлично выделяет автомобиль на фоне других. Многие водители предпочитают менять масло в своем автомобиле самостоятельно. Это связано как с недоверием к сотрудникам СТО, которые могут выполнить работу некачественно, так и с желанием обслужить собственную машину своими руками. Но для этого требуется яма, подъемник или эстакада. Отличный вариант – это мини-эстакада под два колеса. Она представляет собой небольшие подставки, заехав на которые, у вас появляется возможность залезть под машину. Они изготовлены из железа и предназначены для авто весом от 2 тонн 700 кг. Мини-эстакада окрашена в красный цвет. Масса каждой подставки 15 кг. Длина 94 см. Высота от земли до колеса 20 см. Если ваш автомобиль не оборудован кондиционером, то вы точно знаете, как сложно передвигаться на машине в жару, а тем более стоять в пробках, когда обдув ветром из открытого окна просто отсутствует. К счастью, есть решение, которое позволит хоть немного исправить ситуацию. Это выносной вентилятор для разгона воздуха в салоне. Вентилятор имеет хромированную решетку, которая предотвратит повреждение лопастей. Устройство устанавливается на присоску, высота вентилятора
радиатора от начала ножки до верхней кромки решетки составляет 26 сантиметров. Девайс работает от 12 вольт и подключается через прикуриватель. Универсальная накидка защитит спинку переднего сиденья от грязной обуви ребенка и от последствий детских игр в автомобиле. Защитная накидка на переднее сиденье создана с учетом всех особенностей современного автомобиля. И главное ее достоинство в том, что она подходит под все типы сидений с подголовником. Накидка изготовлена из износа стойких материалов, поэтому прослужит долго. Накидку можно легко и быстро вымыть и быстро высушить. Быстро и удобно крепится на переднее сиденье. Основная сфера применения термоусадочных трубок – это изоляция токоведущих проводов. Отличные электроизоляционные свойства и удобство монтажа позволяют успешно заменять ними обычную изоляционную ленту. Производители выпускают термоусадочные трубки самых различных цветов. Это позволяет использовать их не только в качестве изоляции, но и в качестве цветовой маркировки различных изделий. Набор состоит из 200 штук трубок. Защитная полоса на задний бампер. Невозможно избежать царапин при загрузке багажника, особенно если это тяжелые или крупногабаритные вещи. Во избежание подобных неприятностей воспользуйтесь защитной наклейкой. Изготовленная из винила, она надежно предохранит от царапин зону загрузки. Материал свободно сгибается и легко режется, что позволяет придать ему точную конфигурацию места установки. Универсальное приспособление для блокировки руля автомобиля. Блокируется с помощью ключа. Также можно использовать как бейсбольную биту. Для игры в бейсбол, конечно, не подойдет, но при возникновении в некотором роде конфликтных ситуаций может здорово выручить, защитит и автомобиль от угона, и автовладельца в конфликтных ситуациях. Самоклеящаяся алькантара. Ее можно использовать на любой поверхности, например, обклеить ею потолок, торпеду или подлокотники в салоне. Легко очищается с помощью воды. Можно вырезать необходимую форму. Устойчиво к температурам от минус 40 до 90 градусов по Цельсию. Прослужит вам долгий период времени. Можно выбрать любой цвет среди представленных. Необычный мультитул на 8 инструментов – неоспоримо полезный гаджет. Включает в себя следующие функции – датчик измерения давления в шинах, светодиодный фонарик, резак для ремня безопасности, измеритель глубины протектора шин, функция сброса давления в шинах и молоток для аварийного разбития стекла. С таким инструментом в вашем автомобиле вы получите сразу 8 необходимых инструментов, тем более места он много не занимает. Хорошая обзорность лобового стекла всегда играла ведущую роль в безопасности передвижения на транспортном средстве. Возможность обзора резко снижается из-за погодных условий, таких как снегопад, сильный дождь, туман и попавшая грязь на лобовое стекло. В последнее время многие производители автомобилей стали устанавливать на свои модели веерные форсунки омывателя лобового стекла, которые отличаются тем, что подача стеклоомывающей жидкости на стекло осуществляется не двумя-тремя отдельными струями, а фронтом из мелких капель, попадающих сразу на большую площадь лобового стекла. Форсунки же этой модели еще и с подсветкой, поэтому смогут придать оригинальный вид автомобилю. Комплект инструментов Deco. Это комплект бытовых инструментов в количестве 148 штук. Ничего лишнего, но разнообразие инструментов поражает воображение. Набор поставляется в прочном, красивом футляре и занимает минимум места при хранении. Инструменты сделаны из высококачественной инструментальной стали и покрыты прочным, блестящим хромовым покрытием, что гарантирует многие годы службы. В набор входят такие инструменты, как разводной ключ, рулетка, плоскогубцы, отвертки, трещотки и множество другого инструмента. Вольтметр и USB-зарядка в прикуриватель. Стильная и практичная вещь в автомобиль. Устройство показывает напряжение бортовой сети в машине и имеет два USB-разъема, что соответственно позволяет заряжать два мобильных телефона или других гаджетов одновременно. Подходит для большинства современных мобильников, в том числе и iPhone. Зарядка работает от 12 и от 24-вольтовой бортовой сети.
На этом ролик подошел к концу. Я разыграю любой товар на AliExpress до $10 или 600 рублей на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 400 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Вся подробная информация о конкурсе находится в описании. Всем пока!